Друзья мои лесные, всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина, это Sons of the Forest. Мы продолжаем исследовать огромную страшную пещеру. В конце прошлой серии я немножечко умерла. Споткнулась и налетела на монстра и умерла. В этой серии будем продолжать лазить по недрам чужеродным. Попробую завалить вот того большого скользкого человекоподобного нечто. Он, знаешь, напоминает мне крысиного короля, когда крысы хвостами схватываются. А этот как будто вот этих слепышей поглотил в себя, и вот они там в нем кочевряжутся. Еще я вроде как разобралась пользоваться вот этой дубинкой. Во! Видал? Ну как-то через раз. Правый блокирует, левый просто... Вот, сейчас ты бьешь. Ну-ка еще раз. Так, а если зажать? Надо зажимать левую клавишу. Все, спасибо. Ни хрена в настройках. И это нигде написано не было. Все. Все ручками, все умом пришлось дойти. Так, пошли от дождя подальше. А где вход-то? Вот, по-моему, да, вход. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Заряд C4. Хорошо. Не надо пока есть. Подожди. Сейчас вылезут вначале слепыши, мы их поубиваем. Вначале поубиваем, потом снимаем с них броню. Не сразу, как это я делала в прошлый раз. Ты что сделал? Я тебе говорю, свет зажги мне. Здравствуйте. А вызовите зажигалку погулять. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Мне бы какой-нибудь прибор ночного видения. Ух ты, сколько здесь роликсов. А я что-то в прошлый раз не видел. Наверное, у меня были другие луты. Мясо, коллекшн. Ну, вот это я помню. Это я помню, я сразу не ем. Мужик, извини, ты голодный. Я понимаю, ты он худой какой. Тебе эта еда уже не поможет потолстеть. А мне возможно... А мне, возможно, поможет нарастить некую жировую броню, с помощью которой я тут выживу. Ух, хорошо. А, скорее всего, кончается заряд, заряд токовый, и нужно будет как-то подзаряжать. Вангую либо... Опа. Специальной фигней какой-нибудь. Я не знаю, чем токовые дубинки подзаряжать. Скорее всего... Всего батарейкой. А батарейки у меня есть. Вот что есть, то есть. Ну, пойдем с первым здороваться. Вот теперь точно посмотрим, как действует дубинка. Я очки поправила. Я сейчас аккуратно обойду. И в подреберье ему. Куда? Это что ж? Доел, да я тебе просто сколиоз вылечу. Он умер? Вот теперь умер, все, хорошо. Ах ты, блях ты! Испугал. Хорошо меня пугать. Я когда пугаюсь, я начинаю болтать. Старая добрая дубинка. Его, короче, ток парализует. А потом ты просто ему немножечко... Я того еще не добила. Или добился? Нет, не добились. Ты что, окружаете меня? Не надо. Хор Пятницкого. Да ты уже мертвый. Да вы что, восстаете из зада? Сколько вас? Вот этого можно. Вот этого можно. Кто там пытается встать? Ох ты, какой засранька. Очень вот это долгое. Понимаешь? Анимация долгая и действие долгое. А размах дубинки, он быстрый. Ну, иди сюда. А то эти сейчас уйдут. Идет, не идет. А мне с них надо снять. Кожицу жуткую.
Что-то он там завис, да? Ну ладно. Ты что пугаешь меня? Немилосердный, а? Лежи давай! Отдыхай! Отпуск настал! Весна! Огород! Спину нам не бережет! Я голодна. Ты дурачок, что ли? Я понимаю, калории я много использовал, пока их била. Но глядя на них, аппетит у меня не просыпается. А у него просыпается. Я храню жуткую броню. Вдруг она мне потом пригодится. А может и не пригодится. Может сразу надень. Давай сразу надень. Так, мне кажется, я больше истуканов фигачила. Вот. Ой, я так неплохо, мне так тяжело, тяжело. Чуть ноешь? Не ной. Не время пировать, ну давай быстро. Сухпаёк. Сухпаёк это не ложка. Это просто порошок себя Ролтон закинул, а лапшу забыл. Где жуткая броня? Я надену все красивое сразу. Буду я как тот альбатрос. Ладно, пойдем вон тому раздадим немножечко пирогов. Надеюсь, он один? Молишься? Простите, падре. Вам тут весточка от Бога. Да что ты ему пятку-то? А да добей ты уж тогда ему. Вон стигмат сейчас понаставим. Ой, мне на самом деле их жалко. Если честно, мне их очень жалко. Это самые незащищенные слои местного населения. Ну куда ты уезжаешь? Что ж ты пинаешь-то себя? Их надо беречь. Зажигай свет, там страшно. Инвалиды, проклятые. Ну, как я нехорошо сказала. Бедные, я хотела сказать. Бедные. Так. Это золото. Фото референс. This is what is looking for. Вот это говорит, что за хрень на скале висит? Я думаю, что... Нет, назад. Как тебя убрать-то? Окей. Скройся с глаз моих долой. Верни дубинку. Вот. Вот это, он говорит, шо это токе? Я думаю, что это залежи золота. Че пригорюнился, мужик? Может, тебе это дефибриллятор, дайте. А, нет, свет включи назад. Это знаете, да, как в этих фильмах? Он умирает, срочно дефибриллятор. Бац, и он оживает. Ни хрена, это же неправда. Это же тотальная ложь, тотальное вранье. Дефибриллятор применяют тогда, когда фибрилляция желудочка в сердце происходит. То есть, когда вот ты-ты-ты-ты, и надо его жахнуть. А не когда она уже остановилась. Когда она остановилась, надо непрямой массаж сердца и рот в рот. Не зря я медицинские курсы заканчивала при школе в 8 классе. Все люди, как люди, ходили... На что там ходили у нас? Какие-то курсы были дополнительного образования, ну, для самых умных. Кто-то ходил на шитье, выкройку, а я пошла на медицинский. Думаю, ну мало ли как жизнь повернется. Ко мне передом и задом учили меня уколы делать. Я потом училась на собаке своей. Нет, 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 не надо выкидывать. Это хорошо, это мы съедим. Я ненавижу делать уколы. Меня в фильмах, когда вижу уколистый фрагмент, меня прям трясти начинает. Фу, не люблю, не люблю. Поэтому я добра. Видишь, я ко всем добра. Вот же молитвенник. Я крест возьму для коллекции. Может, он золотой? А если так? Не, ну, говорит, ну ты себе, Катя, льстишь. Вот ты мешаешь мне, слизняк. Значит, надо в другой ход. Вообще, надо на выход. Надо по-хорошему на выход. Но я хочу исследовать, что есть дальше. Пока броня есть, пока таблетосы есть. Живем, не помираем. Какие-то принцессы-лягушки здесь квакушают.
Я целовать никого не хочу. Вон сколько мужиков, они не справились. Бляха, мне страшно. Так, золото мое. Давай-ка я здесь брезент поставлю. Я хочу сохраниться. Я же его потом смогу убрать? Нет? Не помню. О, слышишь, мурлыкают кошечки. Говнюшечки, стой. Я так понимаю, спать-то тут бесполезно. Солнышко в скалах не взойдет. Возьмем дубинку и пойдем на звук. Хыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Иди сюда, я тебя убью. У меня вискас есть. А, так это вот она. Вот это вот фигня. Ну, допустим, давай попробуем его убить. Мы сохранились. Слушайте, а у меня же был фонарь нормальный. Вот. Вау. Не надо светить на него. Пока на него давай не будем светить. Да, палатку разбила рядом с соседом. Молодец, Катя. Это когда едешь отдыхать на речку, ищешь себе место, а самое козырное место заняли какие-то уже хорошие люди. А что, так можно было? И даже ушки не заложила. Я больше тебя боялась. А ты оказался такой милах. Расплескалась. Краснота расплескалась. Это ты проход просто закрывал, да? Ну иди. Да я, знаешь, что делал? Я здесь вот сохраню, чтобы нам потом его, если я помру, по 10 раз не убивать. Я вообще люблю сохранение. Если бы в жизни было бы сохранение, я была бы чемпионом по слотам. Так, ну пойдем. Представляешь, как классно? У тебя какое-то дело, надо на работу каком-нибудь устроиться. А ты не знаешь, хороший или нет. Ты сохраняешься. Идешь такой, работаешь 2 года, тебя потом не ценят, взваливают на тебя кучу обязанностей, премию не платят. Такой, да идите вы нахрен, загружаешься заново. Так, говорит, сюда я не пойду работать. Во, план хороший, да? Ребят, тут богато. А ты что, видишь меня? Нет, они, скорее всего, на слух ориентируются, но их тут много. Я насчитала 3. Надеюсь, со спины никто не нападет. Пока я немножечко этого усмиряю. Ты посмотри. Есть. Чё, дайте я вот эту жутьку. Так, давай разберемся с вот этими. А чё они от меня убегают? Да вот чё, по кумполу мне дали, броню сняли. Я, скорее всего, неправильно действую, что попадаю под этого. Его, скорее всего, надо из лука хреначить, да, сдалека, потому что он сильно бьет. Сейчас посмотрим, где я вылезу. Вообще, думаю, наверное, надо лучше загрузиться. Потому что я всю свою броню покоцала. Мне интересно было понять, смогу ли я... смогу ли я убить его просто дубинкой? Оказалось, что не смогу. Ну, давай еще разок. Если что, умрем, то умрем. Я сейчас поставлю лук. А, блин, а у меня стрел нету. Или у меня есть стрел? По-моему, у меня есть стрел. У меня есть граната, которая, скорее всего, к нему прицепится и его расхерачит. Вот это и надо. Лекарство. Угу. Фонарик. Так. Паралитик неплох, но с другой стороны, я вроде как и подбираюсь к ними
к ним по-быстрому. Давай попробуем пройти с топором. Да не надо уже все меня пугать. Очень неплохая дубинка, но, на мой взгляд, она долговата. Пока вот он выпад сделает, пока он скажет: «Эй, гардемарины!» Время проходит, понимаешь? Они убегают. Вот, на топор сразу. Где? А чё ж вас так много? Спину подставила. Низкий уровень здоровья. Ну все. Не повезло вдвоем. Какие-то они сильные стали. Мне кажется, их дубинкой быстрее отхандоховала. Все-таки, конечно, парализм неплох. Но если вовремя подгадать. Они встают, и ты их потом нахлобучишь. Но если двое подбегают, то беда. Ладно, загружаемся, пробуем еще раз. В общем, я загрузилась. Так лучше, потому что у нас есть броня. Почему я с телефоном в руке? А почему ты живой? Почему у него пластид лежит? Ничего не поняла. Мы же пробивали проход. Ладно. Я так поняла то, что... Ты застрял, маленький. Да, ой, застрял. Ой, как он рученьками сучит. Жрать меньше надо было. Лето на дворе. Тебе говорили, иди на марафон по похудению. Иди давай. Нет? Блин. И съешь, это вкусно. И распиточка. Отлично. Он умер. Мы живы. Мы живы. Теперь план таков. Знаешь, каков план? Я вот думаю, что с ними сделать-то так, чтобы их наверняка убивать. Может, с копьем попробуем? Никакого блока нету. Никакого. Но дубинкой хотя бы есть шанс парализовать. Ладненько, давай попробуем такой же вариант с дубинкой. Единственное, вот на ту вот эту вот грудастую, зубастую женщину мы будем применять вот этот же пластид. Он у меня стоит на быстром? Да, есть. Чего у меня тут только нету? А, аптечки нету. А почему у меня здесь нет аптечки? Я же тебя оставила. Откройся, пожалуйста. Сейчас я быстро выберу. Надо подготовленно идти. Камушек. Камушек мне только облизать. Вот ты выберись туда, добавить. И топор давай. Да, нет, да, давай топор добавим. Вместо копья. Ну, пусть будет вместо копья. Ну, пошли. Если что, отбегаемся. Хилимся. Выживаемся. Не торопимся. Маленьких кротиков нужно убить. Вон они стоят. Как они вот... Они слышат меня. Их слишком много. И не призвать зубоскалку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я дюймовочка. Со спины никто не должен подойти. Ага, иди сюда. Блядь! Паразитка! Ты чё так напугала меня? Так, это мёртвая. Есть. Где она? Ах ты как бьёшь меня! Маникюр недавно, да, сделала? Мне его показываешь? Красивый, летний, длинный. Френч, мне такой не нравится. Так, ага, ищи. О, да, это не тот, кто нам нужен. И я не та, кто тебе нужна. Получится, нет? Бляха-муха! Ты... Да включи свет! Да блин, не то, мне надо зажать.
Вон он стоит. Да вызовись рюкзак, пожалуйста, пока он стоит. Не уходи! Да куда ты? О, есть! И сейчас второй взорвется. Ну ладно, две. Но у нас мы проснулись. Вернее, появились. У нас лишний был телефон. Нормально. Телефония рулит. Ой, я так испугалась. Сейчас, все, успокойся. Фонарик, ты зачем убрала, Катя? А что, у меня здесь нет дубинки? Да боже ж ты мой, открой просто инвентарь. Нет, не бери телефон, инвентарь мне, дай дубинку. Я пойду сохранюсь. Вертела я на циферблате такие ужасы. Так, ну пошли дальше добивать. Нет! Нет, это невкусно! Это каннибализм! Чё, прям вообще всю руку всосал. Я помню... А чё фонарь не светит? В прошлом форесте так ты ничего... А, батарейки садятся. Да-да-да-да-да, ты прав, ты прав, ты прав. Ничего страшного было, если ты поедал. Ага. Выбрать. Вот таких вот веселых людей. Но потом чучела открывались, которые ты мог ставить. Ну как бы мне это моей природе претит, понимаете? А что ты? Вот. Контрольный. Контрольный поджопник дали. Ой. Я надеваю сразу броню, броню, броню. И буду я в защите. Турун, турун, турун. Сколько там их осталось? Детяшечку. Сейчас разберемся. У меня еще здесь немножечко. Детский сад. Ясельки уснул. Где они? А где уснувшие? И не успела с них кожу снять. Не освежевала. Не уложила. E-mail. Моя работа... Блин, да, что-то там в темноте происходит, твоя работа. А моя работа где? Где мой... Это, я его забываю. Нет. Вот. Подожди, я знаешь, что сейчас сделаю? Я добавлю дубинку. Куда она вставила? Вот она, да? Ну все, вот это меня и устраивает. Вот она. Пока я с ней похожу. Все-таки шанс того, что я парализую, есть. И мне это нравится, и я этому радуюсь. Не шуми. Еще неизвестно, всех ли детишек маманьки забрали домой. Вот я в прошлой серии говорила, что пещеры короткие. Я беру свои слова назад. Они очень длинные, они очень жуткие. С тобой все хорошо? С тобой не очень хорошо. Он, по-моему, все мозги выпустил. Вот просто представьте, эти рабочие пришли добывать здешние природные ископаемые, ископаемые. Зла не хотели. Пещеру сильно не шатали. А тут такие на них... Как это назвать? Светловолосые белобрысые моли поналетели. Да блин. Хоть это, калечься. А это, по-моему, я сейчас покалечусь, потому что он... Или это тени? Мне даже съесть смысла нету. Так, запомним, что здесь целых две упаковки с болеутоляющим. Вот это ее штырит. Ты видишь блевашку? А знаешь, в чем суть? Что если, скорее всего, вот эта блевотня на меня попадет, то это печально будет. Будет печально. Хоть бы получилось, мать моя родная, хоть бы получилось.
Нет, ну вот ни раньше, ни позже. Да, именно в эту секунду надо было ему отойти. Мне больше нету. Что ж делать? Ага, идет. О! Кто? Кто со спины на меня напал? Какая капелька меня по плечику так сильно испугала? Ах ты, вот ты кто! Ты чё? Она их выблёвывает! Она их выблёвывает, понимаете? Понимаете? Ёпа-мать! Идите в баню, канатоходцы! Ну иди сюда. Не пойдешь? А чё уходишь? Я тебя электрошоком немножечко. Шоки-шоки. Идем шок, шоколадку. Знаешь такую? А теперь лови люлей. Хребетина. Слышишь, как меня мышка клацает, да? Да вы сдохните. Еще раз. Я вовремя поддала им. Боже мой. Я устала, сдохни ты. Массажист никакой на тебя не напасется. Так, хорошо. Котопса мы убили. Это радует. Он их опять блюет. Мужик, где таблетки? Угу. Есть. И где-то еще одна валялась. Слышь, я видела, я две выбрасывала. Это плохо. Это плохо, что... Не надо, не ори. Я хочу сохраниться. Очень, очень, знаешь, так мандражно. Потому что мне казалось, я гранату эту прифигачила прям четко на него. А оказалось, показалось. Он просто ушел в этот момент. Я думала, она липнет. Липнет. Но, скорее всего, она не липнет. А липнет в том случае, если как в прошлом форесте ты собираешь мед или что-то, смолу, да? И тогда соединяешь. И тогда она прилипает. Могу ли я что-то сделать? Бомба с таймером. У меня нету монеток нету. Жаль. Может, лук? Нет, это убери. Мне не надо. Вот это наоборот убрать. Есть ли у меня стрелы? Что-то у меня есть по стрелам. Ну, пойдем попробуем немного пострелять. Побудем Робин Гудом. Тут прям сейчас тактика. Мне нравится, что они разные. Мне кажется, я залезла в очень важную и главную пещеру. Но я нашпиговываю. Ты вот не видишь, а я чувствую, как стрелы летят. Мужик, ты мешаешься. Стрелы мимо летят, чувствуешь? Блин, закончились стрелы. Отходим. Тактическое отступление. Это не побег. А ну-ка дай рогатку. Не знаю, сколько у меня камушков. Ой, я прям... Она жрет. Херня эта рогатка. Во-первых, ни черта не видно. Давай сделаем стрелы. Стрелами неплохо было. А у меня есть перья? Есть. Еще две палки. Че не... Перо-то уложись.
Что надо, веревку? Камней нет. Камней нет, серьезно! Я все камни выкинула. А здесь не валяется никаких камушков. Ну, давайте попробуем его копьем зафигачить. Почему копье? Ну, с расстояния, мне кажется, попроще будет тыкать. Очень обидно, что я не могу. Вот смотри. Ой, хорошо. Ой, отлично. Ой, отлично. Нет, нехорошо. Ух, как ты головой бьешь, да? Умный? Математик? Профессор? Логарифмы учить надо было в школе. Есть. Бляха моя. Есть, получается, получается. Мы продвигаемся. Это во-первых. Во-вторых, я соберу все свои коротенькие стрелы. Отходим. Я не буду здесь слишком... О, я испытываю жажду, серьезно? Слушайте, а что можно здесь попить, как думаете? По-моему, у меня есть газировка. Сейчас мы привал устроим и газивернемся. Навернемся. Тебе страшно, да? Ой, как мне страшно. Ух ты, каждый раз, когда я здесь прохожу, я вздрагиваю. А, так, теперь можно привал. Откройся. У нас есть консерва и напитка. Давай энергетический напиток. Это же алюминий. Он же поможет тебе в дальнейшем. По еде пока. Пока по еде нормально. Я хочу дальше посмотреть, что есть. Ну вот у меня такие перебежки немножко к сохранению. Но, знаешь, лучше 10 раз бегать сохраниться. О! А ты что вылез? Мы где? А, ну тут. А куда он делся? Я в какую пещеру-то вышла? Я, по-моему, не в тот проход пошла, да? Да, мне в тот проход пошла. А! У меня тут таймер сработал. Я немножечко подбаиваюсь. Ну, умрешь ты. Отменись, все. Все. Он, получается, у нас со спины был заныкан. Охренеть. Мужики, а у вас мелочи нету? Нет, говорит, мелочи нет. Но тут, говорит, много чего интересного. Слушайте, а по-моему, ну... Так, отлично. Лекарства есть. Батарейки. Сейчас я посмотрю, насколько мне восстановится. Мне кажется, мне надо вторую порцию будет есть. Ноутбуки можно было ломать. Ага, и платы с них получать. Шикарно. Это на улицу. А, нет, на улицу я пока не хочу идти. Мы еще немножко полутались, это хорошо. Мы пойдем... Где здесь был проход? Вот здесь, по-моему. Да, тут нам в эту сторону, а я назад пошла. Но, с другой стороны, это неплохо. Не надо только протыкать. Неплохо то, что я набрала всяких разных вещей, добавок, которые прогрузились. А теперь нам сюда. Фонарик садится. Ой, света мало, подожди. Чего ж он так быстро садится, а? А чё, ёк-макарёк батарейки? У-у-у, ну это все. Это беда. Да нет, нет, нет. Как этот свет-то выводить-то? Да пройди ж ты. Зажигалку. На какую у меня клавишу? У меня же, по-моему, зажигалка была.
А что часы наручные дают? Я думаю, нам, наверное... А, ну это бомба с таймером. Хорошо. Думаю, на этом надо остановиться. В следующей серии продолжим исследовать здешние катакомбы и посмотрим, что будем делать дальше. Впереди, мне кажется, что-то важное лежит. Сегодня была хорошая битва, я отдохну. Продолжим в следующей серии. На Кириале сегодня мобов отлично. Я еще и голодна, поем. Спасибо тебе огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарий обязательно. Подписывайся на канал. До встречи в следующей серии. Пока-пока.